всем огромнейший привет. Вы меня просили, вот я и приехала. Улица Салтыковская, дом 49. Наверху видите, на крыше светофор, магазин низких цен. И здесь же на втором этаже фикс прайс. Небольшая парковочка, машин на 20 вот здесь и вдоль дороги. По-моему, вдоль дороги тоже бесплатная, а уже у другого торгового центра там уже платная. Вот он адрес, Салтыковская, 49А, Москва, метро Новокосино, но от него 1 километр. Еще нужно добираться. И открыто до 8 вечера. Есть здесь и отзывы. И открылся этот магазин, светофор, приблизительно в начале октября. То есть он совсем новенький, свеженький. Сейчас зайдем и посмотрим. На разведку с вами сходим. Зеркальный такой торговый центр. Называется «Волна», торговый комплекс. И где-то здесь и светофоры фикс-прайс спрятались. Будем искать. Внизу, вот в подвальном видно помещение, в цокольном этаже. Спускаемся вниз. Дальше налево по стрелочкам. И мы уже на финише. А вот и вход в светофор. Бимакс, кондиционер, средства для посуды ООС, колбаса вареная Покровская. Заходим. А это что? Налево закуточек с химией, с порошками. Вьюга 275, детский 121. Так, таблетки Федорина Счастье для посудомоечных машин. Ну так, 50 на 50. Их можно не только для посудомойки использовать, но и в хозяйственных целях мыть и стекла. В общем, кидаете одну таблетку в ведро с водой. И назначение универсальное. И для полов, и для стен, и для потолков. Растворяет жир 91-90. Персоль, антинакипин. Что тут еще? Может быть, антижир будет? Нет. Средство для труб. 34 рубля. Сорти 19. Посуда. Детские наборы 201 рубль. Но мы с вами уже знаем эти наборчики. Здесь и для девочек. Вот с куколками, с принцессами. И фламинго. И совушка. Три предмета. И сделано, между прочим, в России. Кружка, салатник и тарелочка. Дальше от Luminar круглые тарелки, большие обеденные и десертные. Стекло 19-сантиметровое 46, 24-сантиметровое 58. И какой-то контейнер круглый, диаметр 15. А, это итальянский, за 200 рублей. С голубыми крышечками, вот они. В общем, контейнеры здесь тоже есть, но они как-то стоят там в глубине. Сюда поставлю, их там никто и не видит. Закаленное стекло. И производство Италия. Так, прозрачная посуда. Фильтры кувшины Сити. 181 рубль стоит. 2 литра 800 умещаются. И мы сейчас посмотрим, идет ли фильтр внутри. Да, фильтр идет. Вот она упаковочка. Потому что вы меня спрашиваете, кто-то принес домой, а фильтра нет. Часто фильтры эти выдают на кассе, чтобы предотвратить кражи в магазине. Или, если на кассе не выдают, возможно, что он уже и в магазине украден, этот фильтр из кувшина. Поэтому проверяйте, как говорится, не отходя от кассы. Проверяйте свои денежки, не отходя от кассы. И фильтры в кувшинчиках. Постельные комплекты из сатина. Вот это интересно. Это первый светофор, где комплекты можно найти хлопковые именно из сатина. Не из полисатина. Видите, 100% хлопок. Наволочки 2 70 на 70 квадратные, простыня 200 на 220 и пододеяльник 175 на 216, двухспальный. Вот это дела. Так, клеточка очень интересная, называется элитный, а производит ООО «Хлопковый рай». Это видно, кто-то по пути здесь выложил, потому что ценников нет. Посмотрим дальше. Скорее всего, где-то там впереди миски, боксы. Так, корзинки пластиковые 358, скамейка перевертыш. Про нее я много говорила, она, конечно, тяжеленькая, но многим нравится. Вот она, металлическая конструкция, можно так, можно перевернуть. 643 рубля, Россия. И много комодов секционных, тоже, если вы ищете, 964 стоит. 4 секции, 89 на 36 и на 47. Россия. Коробки с крышкой, унибоксы. И для белья корзины 298, полимер быт. В этом светофоре белые и голубые.
Веники 79, да, кто-то спрашивал цену, я даже уже и забыла. Вот из таких веничков можно козликов наплести, которые в Икее за 1700 сейчас предлагаются, винтер 2021. Веник сорга двухпрошивной, Узбекистан, по-моему, да? Да, Узбекистан. Так, для мужчин канистра для топлива с заливным устройством 10-литровая, 200 рублей 70 копеек. Ого, какой хобот. Вот такая с пробочкой, со шлангом. Черные, это для топлива. И канистра пищевая, из пищевого пластика, 10-литровая, 116,50. Прозрачная. Да, есть значок для пищевых продуктов. Вот рюмочка и вилочка. Кому нужно на родник или еще как-то, всегда канистра в наличии. Ковры Лусия 80 сантиметров на 1,20 м на ПВХ основе. Это Россия. Смотрите, какой дизайн современный. Тут небольшая петля, а верлоком все отстрочено. И самое-то главное, что хоть он и тоненький, он легкий, но зато здесь ПВХ основа, прорезиненная такая получается основа. Не скользящие, то есть абсолютно не скользит. Он легенький, его даже, мне кажется, можно стирать. Дизайн есть коричневый, вот такой медвежий цвет, а есть более холодный оттенок. Вот первый дизайн и второй. Мне вот этот дизайн больше нравится. Я все вокруг него хожу, думаю. Вроде 560 недорого, но не знаю, куда положить еще. В общем, будем с вами вместе думать. Салфетки новогодние, смотрите, какие. С пряничками 25 рублей всего. 20 штук, двухслойные, 33 на 33. Вот уже Новый год пошел. Чувствуете? Это второй уже зал. Первый был с химией, потом небольшой проход. И вот он еще, это, наверное, основной зал. Здесь кондитерские изделия, потом всякие мочалки. Так, это что такое? Средства для чистки эмалированных ванн, потом пакеты для мусора. Кстати, если вам нужны, тут неплохие, 35 литров, 41,30. Это такие тоненькие, а вот и толстые, например, на даче пригодятся. Ой, собирать там мусор, листву, в общем, на зиму убирать участок. 44,80, 240 литров пакеты и 10 штук. Это дешево, хорошие пакеты должны быть на ощупь, чувствуется толстый полиэтилен. И тут получается как лабиринт, мы с вами идем по кругу. Вот что интересно, смотрите, апельсиновые лимонные дольки, пастильно-мармеладный микс, состав: сахар, патока, вода, желирующий агент, агар, пюре яблочное, яблоко консервант, тра-та-та. Ну, в общем, в принципе, неплохо. Смотрите, какие апельсиново-лимонные долечки. И посмотрим, что за завод. А, еще здесь пастила. Разная на выбор. Есть вот с кусочками, как битое стекло, есть просто пастила и есть в полосочку. Но дольки какие-то немножко неаккуратно сделаны, какие-то рваные. 1 килограмм. В коробке изготовитель ООН «Надежда», Россия, Псковская область, город Псков. 146 рублей стоит. Возьму одну коробочку. Посмотрю, тяжелая такая. Килограмм все-таки. Печенье. Хохотушки, сахарная с начинкой, со вкусом клубники и сливок. Тоже 1 килограмм в коробке, 119,40. Чебоксарская макароно-кондитерская фабрика, Вавилон. Вафельный сэндвич, твист, 68 рублей. Вафли, воздушная начинка. Сахар, масла растительные, ну тут понятно, значит, пальмовое масло. Потому что не указано, какое именно растительное масло. Тут их сразу несколько. И жена самурая. Наша уже знакомая. Кто-то пишет, что очень вкусные. Кто-то пишет, что супер сладкие. За 1 килограмм 200 рублей. Это изготовитель ООО «Сладуница». От «Фрутоняня» мультизлаковые каши 58,70. Я уже затоварилась, закупилась. Лежит пока каша у меня такая. Выгодно. Пюре «Фрутоняня» 32 рубля с паучком, 130 граммов. Яблоко, банан, груша плюс мультизлак. Все одинаковые. А в этом светофоре не тыквенный сок, а так, какой удачный день, сок томатный восстановленный. 57,50. Посмотрим. Бутылка похожа. Да, вот такая она. Удачный день. Экологический сок. Изготовитель ООО «Россия», Краснодарский край. Да.
И что здесь? Сок томатный концентрированный, соль, вода. И кто-то написал, представляете, из вас. Кто-то купил такой тыквенный сок, открыл в машине, а оттуда фонтан, потому что он там внутри забродивший. Это ж еще и мало того, отравиться можно, так еще и машину придется салон внутри отмывать. По пути нас с вами преследуют сатиновые комплекты. Почему-то они здесь в зале лежат. А это уже поплин. Да, вот поплин. Спереди написано, кто-то уже решил вытащить, посмотреть. Очень нежный комплект. А мы с вами придется прибираться, как вот в фильмах есть чистильщик. Ну, не мусорщик, а именно чистильщик. И мы с вами, как чистильщики светофоров, прибираемся вечно. Тоже поплин. 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 И еще раз поплин. Я думаю, что мы с вами дойдем все-таки по этому лабиринту до ценников. А тут очень интересно. Доска знаний, мольберт, двухсторонний, 1165. Его кто-то закинул, очень тяжелая доска. Вот здесь и счеты пластиковые, и белая с одной стороны, а с другой стороны черная для мела, как в школе. Ну-ка, вот он. Двухсторонний, регулируемый по высоте. И это Россия, Удмуртская республика, город Ижевск. 1165. Неплохой мольберт, наверное. Ну, по крайней мере, тяжелый там. Металлические ножки, уголки, не уголки, а трубы. И здесь они регулируются по высоте. Вот. Завал в картинах по номерам. 40 на 50 размер. Природа. Холст на деревянном подрамнике. Акриловые краски в наборе и набор кистей. Так, внутри ничего не запаяно. Вот так все. Проверяйте наличие красок. Ну, все как обычно. Цифры, мелко все. Значит, Эйфелева башня. Дальше. Горное озеро. Иди за мной. 256 рублей, Китай. Воздушная масса для творчества, 235 рублей. Большая яркая цветовая гамма, не имеет запаха, держит форму. И после высыхания с поделками можно играть. Здесь же и набор для рисования, 150 предметов, 267. Удобно, что есть ценники ко всем товарам. Волшебный сундучок с красками. Здесь и восковые мелкие удобно, получается дешевле, чем отдельно покупать. И маленькие карандаши, правда, видите, они совсем маленькие, сантиметров 10, не длиннее. Фломастеры обычные и краски. Китай. Влажные салфетки 56-49. И небольшой тут загончик, закуток с трикотажем, с текстилем. Например, что здесь есть? А, здесь с этой стороны вот пазлы. Ценники. Сейчас мы зайдем внутрь, посмотрим, что там еще из текстиля. В общем, пазлы 360 штук за 91 рубль. Домашняя академия здесь все еще продается. 59-30 с творческими заданиями. Красочная, крупный шрифт. 0 плюс. Огромный тюк с полотенцами. Ну, полотенце махровое, 70 на 140. Но не раскрытый. Интрига не раскрыта. И опять нам с вами попадаются комплекты бесшовного постельного белья. Поплин. А вот оно. Полутораспальная, 1339. Например, тоже поплин. Это, в общем, комплект сатин попался один-единственный в самом начале. Кто-то его выложил, видно, испугался, может быть, цену, потому что сатин-то дороже поплина. Смотрите, какие красивые вот эти райские птички. Поплин. А этот размер, ну-ка. Да, не забывайте смотреть, кроме того, как называется сама ткань, поплин, сатин или перкаль. Понятно, что это 100% хлопок, но не забывайте еще смотреть вот размер. Это полуторный, значит, 1340. Округляем. Из нижней коробки вынула тоже поплин, но это
сердца. Тоже полуторка. Вот такие. Так, что-то здесь раскурочено, наворочено. Подушка лебяжий пух 50 на 70, 218. Здесь какая-то одежда. 70 рублей футболка детская. Красивая. Ткань приятная. Хлопок, джемпер и шторы. Шторы в остатке, и они здесь вот в такой коробке. Постельных комплектов здесь еще 1, 2, 3, 4. 4 коробки на всех хватит. А вот шторы в остатке 563 рубля, 150 ширина, 260 длина. Осталась темно-серая, вот как у меня. Какая-то бежевая, атласная, светло-серая. Еще одна светло-серая. В общем, комплект есть из двух серых. Бежевая вот эта красивая. И есть к ней еще вторая. В общем, комплект из двух бежевых. И какая-то еще светлая одна. В общем, два комплекта. Две бежевые вот такие. И две светло-серые. Имейте в виду, и одна темно-серая, если кому-то вдруг приспичит. Ой, как здесь неудобно. 563 рубля. Ну вот и все на сегодня. Я надеюсь, что это видео было вам полезно, а также интересно. Спасибо вам за лайки, комментарии и подписку. С вами была Марина, канал Тип Топ ТВ. Прямо из новенького светофора, улица Салтыковская.